Всем доброе утро, друзья! Сегодня большой праздник, День Святого Николая, с чем я вас всех и поздравляю. Желаю вам крепкого здоровья и исполнения всех ваших заветных желаний. Как вы уже поняли, к Ярославе сегодня приходил Святой Николай. Некоторые подарки у нее есть под елочкой, а некоторые под подушкой. Она еще спит, пойдемте вместе ее будить. Ярославочка, доброе утро. Просыпайся. Здесь спряталась под одеялом, тебя не найдешь. Скажи ребятам доброе утро. Доброе утро. Что ты там, что-то нашла? Ярослава просто еще сонная, она не поймет, что происходит, или вообще не понимает, чего она хочет. Высыпай, посмотрим, что там есть. Не покажешь? Утро начинается, конечно же, со сладостей. Вкусные конфетки, которые нужно ложкой прям кушать. Новогодние шарики. Киндер и Скитлс? Да. Все, нет ничего? А ну проверяй. Точно? Да. Спасибо, Святой Николай, за вкусные конфетки. Но это еще не все. Тебе еще там какой-то подарок есть? Только он под елкой. Давай, делись же своей радостью, показывай подарки. Это кенгуруми. Это пижамка, которую хотела Ярослава. Только это тебе не от Святого Николая, а от Николаевича. С деревни. От дедушки с бабушкой тебе подарок на Святого Николая. Ты не хочешь ее померить? Хочу. Так одевай. Тебе хоть нравится Стич, или ты хотела единорожку, может быть? Не, Стич, обожаю, я этот мультик люблю. Нарядили мы Ярославу. Мы с папой думаем, что она великовата, а Ярослава говорит, нет, она такая и должна быть. А ну, повернись. Хвостик есть? Хвостик есть. Только он ниже чуть-чуть, чем должен быть. И карманы есть, да? Да. Такой пижамы у Ярославы не было еще. Поэтому она очень довольна. Есть карманы. И личко такое интересное. Ну, скажу тебе честно, тебе очень идет. Под твои голубые глазки. Счастлива? Да. А еще завтра Ярослава идет на день рождения, где будет пижамная вечеринка. Пойдешь в этой пижаме? Да. Ну давай еще посмотрим, там еще есть какой-то подарочек. Вау. Ты хоть поняла, что это? Ну да. Что это? Расскажи ребятам, они не поймут, что за коробка, что за растение. Тут нужно самому садить растения. Это набор юного садовода. Можно вырастить там какое-то растение. Смотрите, какой он интересный. Сколько здесь много разных приспособлений, и градусников, и каких-то семян, и почва, и камушки. Должно быть все, даже арбизы. Ты хочешь прямо сейчас открывать? Да. Но я думаю, ты не успеешь это сделать, потому что праздник праздником, а тренировка сегодня не отменяется. Поэтому мы сначала на акробатику, а потом придешь с акробатики и будем открывать. Будешь делать. Договорились? Да. Мы уже покушали, переоделись, заплели колосок и готовы ехать на тренировку. Воды тебе набрать, да? Саживаемся, мадам. Как настроение твое сегодня? Хорошо. Готова к тренировке? Да. Яся уже пришла с тренировки. Мы достали нашего ММДемса и сейчас заполняем его конфетками. Этого ММДемса мы покупали в аэропорту, когда ехали в Турцию. В аэропорту, да.
Покажи, как он работает. Нажимаем. И сюда в ракушку выпадает конфетка. Яся, расскажи ребятам, что это у тебя лежит на диване такое интересное? Угу. Нам в школе задали скелета сделать. Вот я его и сделала. Шарнирный. Посмотрите на это Привет, творение. Привет, он машет. Вот такой вот скелет у Яси получился. Потому что сейчас они учат уже строение человека, органы. И нужно было сделать такого вот скелета. А еще, пока Ярослава была на тренировке, бабушка передала передачку. И покажи, что тебе они подарили на Николая. Нет, это одни бабушка с дедушкой подарили тебе кигуруми, а другие бабушка с дедушкой что подарили? Сумку. Вот такую вот сумочку. Она необычная. Ну что, пойдем открывать набор садовода? Пойдем. Сейчас. Красота. Первое, что мне попалось на глаза, это шарики арбиз. Первое, что мне попалось на глаза. Ух ты, какой чудик. Это за чудик. Так, ну давай доставать все, что у нас здесь есть. Вау, сколько семян, посмотрите. Бабочка. Посмотрите, какая бабочка. На пружинке. И еще одна, да? Да. Давай расправим им крылья. Вот такие вот они. Разноцветные. Это торф. Почва для растений. Посмотрите, ребята, здесь есть вот такой вот градусник. Есть еще две божьих коровки. Мой чудик уже готов. Сейчас я в него налью водички. И когда он уже будет прорастать, я вам покажу. Опускай его в воду. Садим. Ничего, ничего, все, оставляй. Теперь он будет впитывать водичку. И у него начнет прорастать трава. Потом можно будет поливать его и сверху. Все, оставляем. В следующих видео будем вам показывать, что у нас получилось. Давай теперь засыпем арбизы и зальем водой. Вырастим арбизы, а потом посадим отросточек из нашего денежного дерева. Они очень быстро растут. Поэтому, я думаю, вечером, часика через три, мы уже посадим наш отросточек. Теперь смотрите, ребята. Мы насыпали с Ярославой почву в некоторые отделения. Некоторые у нас пустые. И сейчас будем туда что-то садить. Я хочу посадить газон. Хотела вам показать, что у нас есть. В наборе у нас есть укроп. Вот, смотрите, какие семена. Есть бобы. И, кстати, на них есть надписи. Есть газон. Да, это семена газона. Арахис даже есть, представляете? Есть что это? Бальзамин. Эхинацея. Потом подсолнух у нас есть. Матиола. У нее, кстати, смотрите, сколько семян. Есть пин. Да, Юпин. Покажи семена. Такие вот. Интересные. Шарики. Амарант. А подсолнух? Но здесь 4 семечки. Вот их практически не видно. Я думаю, или их не доложили, или где-то высыпались. И есть еще у нас петунья. Кстати, петуньи тоже, посмотрите, сколько семян. Очень много вообще. Так что довольно-таки большое у нас разнообразие. А еще у нас есть вот такой вот песок. Откуда его привезли? Было Мальдив. Сейчас мы посмотрим, откуда его привезли. Песок с доминиканских пляжей. Вот так вот. Ярослава, выбирай, что мы будем садить? Газон. Газон. И еще газон мы посадим вот сюда. Сюда что мы посадим? Сюда? Да. Я предлагаю в один стаканчик посадить бобы,
Потому что для него, смотрите, мы сделали какой лабиринт. Лабиринт. Так, показать. Вот, открываем коробку. Опа. Здесь посадим бобы. Сюда его поставим. Вот видите, он будет прорастать. Закрываем крышкой. И у нас есть вот такое вот отделение, куда будет попадать свет. И потом отсюда должен прорасти росток. А с этой таблеткой можно проводить эксперименты. Кладем ее в стакан. Потом стакан ставим на весы и взвешиваем. Потом наливаем воды. Вот эта таблетка, она впитывает эту воду. Если лишняя, да, если мы ее сливаем. Осталось, мы ее сливаем. Потом ставим на весы и смотрим, сколько она воды впитала. Верно. А потом, когда она разбухнет, ее можно также добавлять в этот грунт. Да, куда бы. Что-то садить туда. Сейчас мы возьмем одно зернышко из бобов и зальем его водой. Оставим на 15 минут, а потом будем садить в почву. Какое выбираешь? Forever. Да. Я не помню, показывала или нет, что на них есть надписи. Ярослава выбрала Forever. Оп, заливай водой. Залили, отставляем. А теперь будем сеять газон. А потом нужно будет накрыть пищевой пленкой. Увлажняем почву. Газон посеяли, пленкой накрыли. Следующий у нас будет бальзамин. Вот такой вот он. Мы его посадим вот сюда. Сначала нам нужно увлажнить грунт. Потом нужно раскласть вот эти вот семена на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга. Уложила? Нет, еще давай так по бокам хорошо. Все, держи. Тут один. Теперь нужно обратно присыпать грунтом и обратно увлажнить. Вот так. Ярославе очень нравится садить разные растения. Есть. О, красота добежала. Что мы посадим с тобой следующее? Я предлагаю посадить люпин. Давай. Это вот такие вот растения. Плохо их видно. Хотела вам показать, какой он. Вот он. Вот это он. Люпин. Да, похож. Вот, вот он. Нашла книжечку. Я покажу. Давай посадим его вот сюда. Давай. А что нужно сделать? Нужно семечку на 2-3 сантиметра вглубь посадить и все, и увлажнить. Угу. Давай вот эту самую большую. Давай. Держи. Реклама. Надеюсь, она прорастет. Садим поглубже, да? Все, достаточно. Ты будешь поливать через время. Угу. Накрываем опять куполом вот этим. Все. Создаем парниковый эффект. Здесь, кстати, есть такие вот отверстия, где растения смогут дышать. В общем, ребята, решили мы посадить подсолнух и укроп. Но так просто его посадить не получится, потому что эти семена нужно замачивать в воде там и на 3-4 часа, и на 15 часов, по-моему, семечки. Поэтому мы сначала их замочим в водичке, потом посадим. И когда у нас прорастет это все, мы вам в следующих видео покажем. Да. Потому что это будет очень долгое видео. Друзья, а вы пишите мне в комментариях, что вам подарил Святой Николай. Кому понравилось это видео, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!